поисковой скважины газа, уплотненных песчаников в Харьковской области. Сланцевый природный газ добывается из горючих сланцев и состоит преимущественно из метана. Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 году. Однако массовое промышленное производство сланцевого газа стартовало лишь в нашем веке. Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 триллионов кубометров. Наиболее масштабные они в США. На европейской территории самыми большими месторождениями обладают Украина, Польша, Германия и ряд других стран. Именно использование энергоресурсов европейцами, имеющими самое жесткое в мире экологическое законодательство, и вызывает сомнения в правдивости заявлений оппонентов об опасности сланцевого газа для природы. Сегодня в западных областях рисуют страшилки, что добыча сланцевого газа – это большая экологическая